Так, сделали фотографию в режиме живое фото. Нажимаем изменить, нажимаем убрать прохожих, он обрабатывает все. И та-дам, Диман у нас один. Потому что мужик на фоне идет, еще тут есть, везде есть, а вот одну фотку он обработал и убрал вообще все. То есть ее можно дальше сохранить и, соответственно, уже отправить.